В Орленке состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства для медсестер. Он уже более 10 лет дает возможность сотрудницам продемонстрировать не только свои знания в области медицины, но и показать свои творческие способности. За ходом конкурса наблюдала Наталья Садовская. Мы рады всех приветствовать на конкурсе медицинских сестер. Для медицинских сотрудников Управления охраны здоровья Орленка этот конкурс – настоящий праздник. Традиционно он проходит в конце года. В этот день подводят итоги работы и выбирают лучших медсестер. За это звание боролись 6 участниц. Многие из них начали подготовку за несколько месяцев. Хотим представить вам костюм медицинской сестры будущего. Обратите внимание. Конкурсных этапов было всего 5. Это визитная карточка, медицинский костюм будущего и тестирование. Медсестры проявили профессиональные навыки, быстроту реакции. А в кулинарном поединке еще поварские способности и творческую фантазию. Тема оформления блюд была новогодней. Да. Мы брали только такие конкурсы, которые должны в равной степени знать и опытные участницы, и только пришедшие на работу. В частности, там не было, например, навыка попадания в вену. Понятно, что это приходит с опытом. Но знать неотложное состояние и что входит в аптечку оказания помощи при неотложных состояниях должны все. По мнению участниц, самое сложное в конкурсе – преодолеть страх перед зрителями и членами жюри. Для Дарьи Гайдуковой этот конкурс был особенно волнительным, ведь в коллективе «Орленка» она работает всего полгода. В принципе, перед нами стояла задача прежде всего познакомиться с коллективом, потому что мы работаем только в своем лагере, и особо как бы контакта с большей частью коллектива у нас не было. Побороть эмоции и обрести уверенность помогла активная поддержка болельщиков. И в подготовке своим конкурсанткам они помогали всем отделениям. Рисовали плакаты, костюмы и сочиняли стихи. Особенно в этом преуспел коллектив лагеря «Стремительного», медсестра которого в итоге стала победительницей. Спасибо, спасибо «Стремительному» всем, потому что только они, благодаря им, это все получилось. Все-таки да, это приятно и порадовать «Стремительный», потому что они действительно к этому готовились, они хотели этой победы, и я в том числе. Здесь все. Здесь и конкурентная борьба, здесь и подготовить себя, показать себя. Здесь, опять же, вы видели, коллектив очень активно готовит свою конкурсантку. То есть здесь и работа в коллективе, здесь это и сплачивает как в подразделении, так и коллектив Управления охраны здоровья в целом. Все получили ценные призы и эмоции. В следующем году организаторы планируют расширить рамки конкурса и пригласить участвовать врачей. Ведь у каждого медицинского работника за белым халатом скрывается не только добрая душа, но и большой творческий потенциал. Наталья Садовская, Денис Гилев, Владимир Плехов, телеканал «Орленок ТВ».